Так, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Friday Davis Play. Мы будем играть, вернее продолжать играть в игру под названием Битва Времени. Тик, в предыдущей игре мы завалили собачку, это был, я не знаю, наверное, самый экшен-экшенов из всей серии, который, вот, сука, там 16-17 будет серий. Ну, уже там, это 18-я будет, наверное, или 19-я серия. Короче, песик оказался очень тяжелым, потому что их там набежало тогда немерено. Возможно, это, конечно, за счет того, что сработала тревога. И это был просто трэш. Набежало их, блин, я хреново знаю сколько, наверное, штук 50. Но там есть одно место, где можно нормально присесть, главное, чтобы патроны были, оставались. Так, посмотрим, что у нас дальше. А, любовное гнездо мы вскрыли. Вот оно. Этап завершен. Это у нас стене этап завершен. Тут у нас этап завершен. Остались вот эти. Раз, два. 3-4. Ого-го-го-го. С девушкой это завершен. Завершен. Так, это у нас вечер. Это вообще ночь. Опять? Не понял. Так, боль ближе идет. Раскрыться. Ага. Мне нужно найти, значит, получается, чисто его и застрелить. Окей, так, ладно. Здесь у нас что? Это тоже вечер. Блин, много вечером. А это что? А, это полностью весь план. А, вот, мастерская Ота, точно. Сейчас пойдем, сходим в мастерскую Ота. Что он нам скажет? Так, подожди, нет, сначала сюда. Сюда. Этот эффект у меня еще нету. А здесь вот что-то есть. Это что у нас? Понятно, получаем урон, вы восстанавливаете здоровье. Это good. Это есть good. Здесь у нас, подожди, улучшить. Есть что-то еще? Ага, вот оно. Зоны. Кайнонизы сразу не сокрушу, чтобы вы успели перевести дух. Подожди, не понял, ну покажи. Ага. Ну давай, ладно. Окей. Здесь нету. Так, ладно. Выбираем, короче, вот это, да, и вот это. Да, наверное. Подожди, сейчас я иду куда? Сейчас я иду к Отто, правильно? Карнезис это он откидывает, это выделяет. Афкет пока не надо. Это смещение, это не надо. Костюм анима. Блин, а когда костюмы следующие будут? Морж, прикольно. Их надо покупать или что? Так, тут у меня все стоит, там у меня стоит. Это у меня есть, это у меня есть все. Ой. Или нет? Я даже не знаю.
Не, ладно, это. Так, все, это есть. Мастерская вот. Жди меня. Ой. Что за стука? Не катится ни хренашки. Так. Каждый день днем. Получается, мастерская Отто постоянно горит. Алексис, непростой человек. Да скотина он. Точно, но ведь убивать его было жалко. Не. Да ну, никаких эмоций. Существа одушевленные обычно испытывают сожаление. А эта рация выключается? Нет. Правда? То есть вообще никак? Мера безопасности. Ха-ха. Мера безопасности. Бля, у того что-то интересное, да? Что он только светится весь. Походу, да. Так, проверим. Ебать, огонь. Ты попал. Ты еще там ебать, нахуй кидай. То пули сами не летят. Ой, то пули сами летят. Ну. Весело. Ладно, пошли дальше. Где у нас тут что-то выпало? Много, а вот. Это моё. Это моё. Это моё. Взорвалось, что ли, что-то? Что-то взорвалось. Это я забираю. Это я забираю. Жители Черного Рифа, говорит Алексис Дорс. Я хочу лично поприветствовать вас в первый день. Это через это время откроется? Осталось всего несколько часов. Выйдите наружу, погуляйте, отдохните. Достаю. О, это ж они дырку мне сделают потом. Да, это ж я потом сюда могу пробежать. Так, дальше пошли. А как будет это открыть, а? Должен быть какой-то пароль. Понял, где он. А, вон он. Ой. Ой-ой-ой. Так, плохо дело. Где бы тут? Обалдеть. Это... Ебать. Да, друг. Ha ha ha!
Я вижу тебя! Большой заметал. Наебнулся. На всякий случай. Так, чтобы открыть мастерскую, мне надо отключить все эти питающие. Я так понимаю. Это там одна квартира, да, есть. А, я уже в мастерской. Убись. А где само-то? Не понял. Ну кто ж так станки гоняет? Надо бы на техобслуживание. Прикольно, конечно. Петарда. И что это туда? Ай. Не влезай, убью. Меньше? Ой, там лишь летит, как сумасшедший. Так, подожди, а тут же Вова. Во-первых. Реализуй свое время. Проснулся рано, уже подвиг, солнышко. А потом нога вперед, потом другая кошачьей походкой. О чем я больше всего сожалею? Слушай, если ты хоть что-то в жизни делаешь, то без ошибок никуда. А я успел натворить дел на 6 жизней, так что ошибок у меня до жопы. Главное, не поворачиваться к ним лицом и не замыкаться на них. Когда я понял, что у меня уникальное видение, кажется, это было... Черт, не помню. В общем, это было в самом начале карьеры. Я тогда играл концерт. Помню, убогий бар в какой-то сраной дыре. Народу немного. Но те, кто были там, они вот реально были. Электрический мир. Танцевали, конечно. Еще рыдали. Просто ураган эмоций. Кажется, тогда я и понял, что мы просто охеренные. Хорош тарахтеть. Ебать, растарахтелся нахуй. Подожди, это что тут? Да, это же здесь, переход. А, все, я понял, там внизу. Ты слушал. Это вот здесь. Хуяк-хуяк. Вон там пошло. Обожаю это умение. Ого, там толпень. Ну ладно, это было забавно. Не понял. И тебе конец. Наверху, блядь. А тут есть окно? А, понятно. Помощь. Не понял, там же вверху был. Да что такое? Электрический ты, электрический я. Головка от хуя. Нету тут мин, блин. Тогда как уебало, блин. Думал, охерею. Ага, это я читал.
Это мое. Пистоль. Патрон. О, это я тут достал. Ууу, толпа. Куда она исчезла? А что, есть? Нет. Хоть разочек возьму, попользуюсь этим гвоздодером, мне просто интересно. Да ёпты. Честно, вот просто, блядь, для интереса. Что за херня, блядь? Охранять ценой жизни. А, всё? Нихера себе, гвоздь вошел, блядь. По самую шляпку. Так, мне надо... Подопытный нужен. Угу. Так, сейчас. Долетело. Надеюсь, это не кот. Ебать. 4. А что это такое? А, это не я. Ух ты, гранаты кидают. Ебать. Закроем нахер. Серьезно? Ебать, то и дня. Вот это да. Обалдеть, посмотри. Ой, вот эта тема, раз, уебенил и все, блядь. Где вы, сукины дети? Как ты можешь меня видеть, если ты сюда... Ух ты, блядь, открыто нахуй. Надо закрыть. Я открыл. Алло. Может тут? Не видно. Открыл. А, вот. Ну и где ты? Уху-ху! Попал. Где еще? Закроемся. Ага, нормальный пистолет надо взять. Это херня какая-то, блин. Ну, не жадничай. Где ты есть, сука? Ко-ко-ко, блядь. Ко-ко-ко, блядь. Я тебе покажу ко-ко-ко. Все, зарядка пошла успешно. И у меня еще... А еще один там, внутри. Что она гудит? Да ладно. Охренеть, я это не читал. И этого не находил. Вот так вот. Сейчас не надо. Так, тихо. Надо работать тихо.
Обздец. Был такой навязчивый. О-о-о, толпенька, да, появилась вот уже. Когда подписывался чек со всеми нулями, мне другое обещание. Купим, пока не склеим ласты. Такая вечность для меня. Егор его сюда притащил. Почему он ничего не делает? Тихо. Нам обещали безумное приключение. И вот приключение сводит меня с ума. Понимаешь меня? Нет? Я тоже. Турель. На всякий случай. Да ёлки-палки. Вот он ж был хитромудрым жуком. Вот тип. Ебать, ох и певец. Последний реально схалтурил. Еще какая-то есть? Вау, еще? А, тюбли. Электрик Кольт найдет к вам подход, а потом верни... И тишина. Спи сладко, агрегат. Так а шо теперь? Не открылось. Хорошо. Еще разочек. Сюда. Так, найти код. Проработано заново минимум. Ну, кому-то станет доступным сегодня. В течение дня я смогу найти в нем код от разумного. А так что нельзя, да? А что я еще могу тут сделать? Там-то не странная дверь. С изображением микрофона. Интересно, что там. А ну-ка, давай, ладно, пробежимся. Сейчас взглянем. Две секундочки. Выйти я всегда успею. А, так это вечером мне надо идти. Это вечером мне надо быть там. Я думал, открыто. Он странный, да? Странный? Он гений. Считай, наконец, собрал себе личного ассистента, который все запоминает и умеет говорить. Это прорыв. Да уж, мне б такого ассистента. Пыль вытирать. Я прилетел с интервентом. Ну, это... Ага. Ага. Ага, ага, а лайк это, ага, ага. Ух, ёлки-моталки. А, она там внизу. Опля. Ничего. А вот тут идет куда? Куда она идет? Да ладно, что реально сюда?
Еб твою медь. Выйти отдавшая, выйти не могу. Ну что, задача у тебя? Не пойму, ну поломал, и чё? А что тут, нельзя зайти? Синоним. Суппозиторий. Ебать, начинается. Когда? Когда? Так, ладно. Кража можно настроить низкий уровень сложности. Взломать систему управления игровой. Вот только нашими старыми наградами может получиться кто-то другой. Это чё? В библиотеке полно крутого оружия, надо туда заглянуть. Это уже было. Киоск, пошел ты в жопу, киоск. Не знаю, как тебе открывать. Это ж аккураж. Система управления куражом. Все поделаю. Все поломал. Это было. Все. Так а чё тут? Я ж тут могу выйти. О, что я завис, блядь. Все, я ухожу. Бам, я сейчас бы завалили. Что ты там, сука? В чем дело, что он так дергается? Все, нормалек. Топаем. Теперь мне надо попасть в лабораторию Отто. Сейчас я забегу. Так, это сюда, нет, сюда. Вот. Ну, я могу в любой момент попасть теперь. Получается, код-то. Отто. Поломать там все фейерверки. Сюда же, да? Да, сюда. Вот тут. Вот та шмота. Мне надо выйти назад, получается. Правильно же? Или нет? Я хочу попробовать попасть на ту дверь. Что за дверь, интересно, не пойму. Это выделено еще. Не злишься, что проигрываешь? Я всегда побеждаю. Да брось, даже если убьешь меня. Я убиваю постоянно. На утро я всегда просыпаюсь. Ты лишь меня удерживаешь. Угу, но очень-очень большой срок. Система управления куражом. Так я же ее отключил. Не попал первый раз, подумаешь? С кем не бывает. Да я только патроны потратил. Я же отключал ее. А, ну все правильно, отключил все. Так, это мне получается что? Надо ее убрать. А, отстань. Ага, кот.
О, там открыто. Видал? Видал, видал? А куда она приведет? Куда она приведет? Куда она приведет? Тихо. Куда она приведет? Где ты? Это точно не случайность. Ебать, не попал. Так там же трупа нет. Это-то не случайность, но там трупа не было. Блять, не застрелил. Застрелил. А что у нас здесь? Никогда тут не ходил. Нереально, никогда не ходил. О. Сразу выход кота. Прикольно. Типа я не знал, что можно в сторону опуститься, подняться. Я вообще-то не понял. А чё он не схватился? Я не понял. Ебать, ты что? Думаешь, что одна такая или что? Угу. Сколько всего тут еще? Все, вот так вот быстро. Без головняков. Дверь надо заковать. А этого тут не было. А коды. Тут нету кодов. Ах, то что такое? Зашибись. И шо куда? А, вот. Так, я могу открыть контейнер. А, все, понятно. Это там, где у меня зависло в прошлый раз. Это, конечно, не... О, это вот эта фигня была у этой, у Джулианы, этот пистолет. Она меня мочила.
А еще есть? Ох, нихухо. Ох, нихухо. Опа-на. Закрылся. Я что-то не лазил. Блин. Начинается. Ага, ой. И хрен попадешь, да? Ну да. Ёпарсты. О, вон там что-то. Хыч. Не открывается. Ну да, если было все так просто, все бы уже пооткрывалось бы. Где? Ой, ладно. Короче. Пошел я отсюда. Бы сам задохнулся. Давай, 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 дальше, дальше. Что у нас по времени? Все понятно. Так, в следующий раз. Открыто, хорошо, открыто, отлично. Давай, пить. Будем в следующий раз идти. О, а вот и они вдвоем идти. Влюбленная парочка Твикс. Это я, получается, за один раз могу вольнуть только их. Сюда я не смогу переместиться. Так, ладно, хорошо. На сегодня мы закончим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик. Всем спасибо, всем пока.